Сотрудники полиции управления МВД России по Одинцовскому городскому округу провели урок безопасности для первоклассников Барвихинской школы. Полицейские поздравили ребят с началом учебного года, пожелали успехов в учебе и рассказали о правилах безопасного поведения в школе, а также дома в отсутствии родителей. В завершение встречи детям вручили информационные памятки с полезными рекомендациями.